Сегодня 31 день народжения означает знакомитая российская теннисистка Мария Шарапова. Вядома, что лёс пятиразовой пераможцы турнира у Великого шлема связаны с Гомелем. Батьки будучай першей ракетки свету до яе народжения жили в областном центре. Зараз у Гомеля подрастая яшчэ одна Мария Шарапова. 11-годовая дзяўчынка так само сур'ёз займается теннисом у профильном центре Олимпийского резерва. Упершыню на корт яна вышла у 5 годов. Инициатором гэтага был яе дзядуля. Не апошнюю ролю у выборы сыграла імя дзяўчынкі. Спачатку теннис не вельмі падабаўся Машы, але першыя поспехи стали добрым стымулам. И зараз гэта частка яе жыцця. 7 тренировок на тыдзень. Падыход професійны. За кар'ерай сваёй сусветна вядомай тёзкі Маша сочыць и нават пераймае некаторыя комбінацыі на корте. Мария Шарапова для дзяўчынкі кумір не толькі ў спорте. Дорогая Маша, я поздравляю тебя с днем рождения и хотела бы сказать, что твои победы вдохновляют многих девочек в мире, в том числе и меня. Я считаю тебя идеальной девушкой, идеальной теннисисткой, очень красивой, умной и честной. Я бы хотела быть похожей на тебя во всем, не только именем и фамилием. Я желаю тебе большого счастья и новых успехов.